нас люди вообще не понимают, зачем они что-то делают, как правило. Ладно, они не понимают, что вокруг происходит, они не понимают, зачем они тут происходят, как правило. Ну, то есть сфера стратегии для человека заканчивается обычно на уровне понимания своей карьеры. Хорошо, если так. Вот. Я вот делаю карьеру. Я там сейчас работаю здесь, потом работаю здесь, потом работаю здесь, потом работаю здесь. Это очень неплохо, если так все обстоят дела. Но что-то дальше, что-то больше, с этим у нас все очень грустно. То есть с пластом ценностей у нас вообще никто не работает. Системно. Ты никогда не сможешь делать проект, который что-то меняет, если ты не работаешь с уровнем ценностей. Потому что ты никогда не обоснуешь свое действие и никогда не сфокусируешь его туда, куда нужно. Чтобы, у тебя не так много ресурсов, как правило. Там голова, руки, ноги, язык и какие-то мысли бессвязные. И вот для того, чтобы это все сработало, тебе нужно очень точно направить это. Нужно очень точно понимать, что нужно хочу, чтобы все котики были пристроены, и это вызовет общую мировую гармонию. Там, хочу, чтобы люди перестали плевать на улице, абы куда. Хочу, чтобы... «хочу», сформулированное в виде тезиса изменения, оно же разной размерности может быть. Да, там, и оно влечет за собой множество следствий и множество причин этому явлению, как правило, предшествует. И вот умение разобраться в том, где причины, где следствия, куда нужно, там, что нужно изменить на заводе для того, чтобы он перестал выпускать плохие автомобили системно. С какого места нужно начать это изменение? А завод – это очень сложный организм. Что нужно изменить в нефтянке, чтобы она стала эффективно вкладываться в нефтепереработку? А технологии эффективной переработки есть давно, но не используются. По разным причинам. Их целый комплекс. Что нужно изменить в строительстве дорог в России, чтобы они перестали быть с ямами? Вот когда начинаешь рассуждать про всякие разные такие изменения в терминах действий, очень быстро приходишь к тому, что с ценностями необходимо работать. Иначе ты не понимаешь, что ты делаешь, не понимаешь, зачем.